Еще в 2014 году вице-губернатор Кубани Николай Далуда выступил с инициативой разработки концепции благоустройства и озеленения объектов постолимпийского наследия. Совместным трудом Югспорта и администрации Сочи был разработан проект сквера у Ледового дворца «Айсберг». И уже больше недели, как этот прекрасный зеленый уголок принимает гостей Олимпийского парка и спортсменов. Здесь можно не только отдохнуть, но и провести утреннюю разминку. Два дня назад Всероссийский спортивно-оздоровительный комплекс принял очередную смену юных спортсменов. Воспитанники школы Ильи Авербуха сегодня во второй раз проводят тренировку на свежем воздухе. Радует глаз зеленая трава, зелень, поэтому ребятам здесь очень нравится разминаться. Вы видите, как они все активно прыгают, поэтому спасибо большое, что появилась такая прекрасная зона зеленая. А площадь этой зеленой зоны составляет более 3000 квадратных метров. В цветущем оазисе растут больше 1000 деревьев и кустарников, разнообразные сорта цветов и вечно зеленых растений. И пока дети тренируются, их родственники могут отдохнуть на лавочке и насладиться видом на горы. Здесь тренируется моя младшая сестренка. Мы их пока вот ждем, пока у них проходит УФП. Мы уже походили, даже там поснимали, пофотографировали, почитали, что здесь да как. В общем, очень удобно, комфортно. Нам очень нравится. Появившийся сквер оценили не только воспитанники центра. На базе тренировочной арены проходят занятия Московского клуба любителей фигурного катания. На сборы в Сочи Ксения Лизарова приехала уже во второй раз. Для меня на самом деле было вообще очень приятное удивление, потому что мы здесь были еще зимой, и здесь к сезону очень много чего изменилось. То есть озеленили очень хорошо территорию. Вот между айсбергом и тренировочным катком мы там разминаемся, бегаем. Вот. Ну, просто приятно даже посмотреть. И вообще, мне кажется, что это тренировочная база. Это одна из моих любимых баз, потому что она очень современная, очень удобная, очень инфраструктурная. И вообще это очень здорово, на самом деле, что олимпийские объекты сделали такими общедоступными, что как бы любой клуб может приехать и на них позаниматься. Так что теперь в Олимпийском парке появился еще один уютный уголок. Символичным было и его официальное открытие в День России. Работы по его благоустройству продолжаются, ведь такая красота создана для того, чтобы радовать жителей и гостей Сочи круглый год. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.